9 золотых медалей завоевали шымкентские стрелки на республиканском чемпионате по пулевой стрельбе. Он проходил в Алма-Аты. В соревнованиях принимали участие более 120 спортсменов со всех городов Казахстана. Такая копилка наград обеспечивает шымкентским спортсменам 100% попадание на международные старты. Сборная, национальная команда Казахстана сейчас вылетела в Кувейт для участия в международном турнире Гран-при Амира Аль-Кувейта, где будут принимать участие порядка 20 спортсменов. Среди них есть наши спортсмены. Это мастера спорта международного класса Юнус Метов Рашид и Байбусинова Зауреш. Еще с 5 спортсменами нашей страны. До таких побед юному стрелку еще далеко. Но говорят тренеру, у парня есть потенциал. За 2,5 года тренировок 4 золотые медали. 2 золота он завоевал на чемпионате Казахстана среди юношей и юниоров 95-х годов и моложе. А остальные 2 настрелял в командном чемпионате. Соперники, да, были очень сильные. Особенно вот алматинцы вот. Ну, составляли конкуренцию. И из Юкова тоже один спортсмен у нас был, Кадыров Ален его зовут. Тоже подходящий соперник для меня был. Ну, постарался так вот. Сборную команду области ожидает 6-я летняя спартакиада, которая будет проходить в Алма-Аты.